Занимательный час по биологии, игра «Биоэрудит», погружение в предмет, увлекательный процесс, где можно и свои знания показать, и продемонстрировать настоящий командный дух. Муниципальные командные состязания состоялись в Щелковской гимназии номер 6. «Био – это жизнь, эрудит – это знание, жизнь и интеллект, да, это дает нам человека не только разумного, а ищущего, познающего и, конечно, побеждающего». Безусловно, сегодня все, кто здесь, это лидеры в своей отрасли, в отрасли биологии. Важно отметить, что биоэрудит – командные состязания по функциональной грамотности, способности применять приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах. Состязания были инициированы учителями-предметниками с целью повышения интереса к науке. Самый настоящий учитель, он всегда переживает за то, а как ребята учат его предмет, насколько они увлечены им, насколько им интересен этот предмет. И каждый думает, а что я могу сделать, чтобы эта искорка знания, этот интерес немножко разгорелся и вовлек, вот, собственно говоря, привлек вас к этой науке. Безусловно, интерес есть. Это участники доказали на деле. Они проявили свою эрудицию, знания. С успехом прошли все задания. Всего же в интеллектуальных состязаниях приняли участие 7 команд девятиклассников из разных школ округа. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.